Когда речь заходит о ловле крупной рыбы, у каждого из нас возникают свои ассоциации в плане наживки и насадки для такой рыбалки. Кто-то считает лучшей кукурузу, кому-то по душе пучок опарыша, кому-то пучок мотыля, кому-то червяк. Однако, немногие знают, что лучше кастера наживки для такой рыбалки нет. Удивительно, но именно окуклившийся опарыш позволяет селектировать рыбу и целенаправленно ловить самую крупную, пусть даже и немного реже. Вряд ли кто-то может сейчас назвать причину, по которой рыба так любит кастер. Однако факт остается фактом. При правильном подходе рыба все же предпочтет хрустящие куколки всем остальным наживкам и насадкам. На данную насадку я ловил как и крупную плотву, так и крупного леща. И на озерах, и на реках. Опять снова на окуклившегося. Так что, друзья, не выкидывайте окуклившегося опарыша. А мой приятель недавно отловился неплохо по дикому карпу сазану в Астрахани. Поэтому окуклившегося опарика со всей уверенностью можно назвать универсальной наживкой для ловли крупной рыбы. Из своей практики, друзья, я заметил пару моментов, при которых ловля на кастер наиболее эффективна. И я хочу с удовольствием поделиться этими моментами с вами. Итак, момент первый. Обязательно добавляйте кастер в прикормку при ловле. Тактика прикармливания такова. Это пара-тройка куколок в кормушку при каждом забросе. Я заметил такую тенденцию, что как только я прекращал добавлять по чуть-чуть кастера, так клев становился гораздо реже. Второй момент, это, конечно же, все-таки деликатная оснастка. Это тоненькие поводки и миниатюрные крючки из тонкой проволоки. Есть при их использовании с окуклившимся опариком, они привлекают рыбу, на мой взгляд, гораздо чаще. И поклевки при этом гораздо смелее и увереннее. Конечно же, при ловле на кастер нужно быть готовым ко всему. В лед бродячего леща или карпа ситуация, при которой столкнуться можно элементарно при использовании этой наживки. И поэтому к этому нужно быть обязательно готовым. Да, использовать деликатную оснастку целенаправленно для ловли крупных экземпляров – я не рекомендую, потому что справиться с ними будет очень трудно. Возможен и обрыв поводка, и также разгиб крючка. Кстати, как избежать обрыва поводка, у меня есть отдельное видео. Ссылочку оставлю в описании, сейчас появится в углу экрана. Ну а рыбу среднего размера с деликатной оснасткой, я думаю, вытащить с подсаком вытащить не составит никакого труда. В общем, какую оснастку использовать при ловле на кастер, конечно же, решать, друзья, вам. Я лишь могу сказать одно, что если вы целенаправленно идете ловить крупного леща или крупного карпа, то здесь, конечно, мельчить не стоит и деликатничать. Естественно, нужно оснастку ту, которая 100% выдержит ту рыбу, на которую вы пришли. Ну а если ловите крупную плотву, крупную густеру или среднего размера леща, то тут ситуация такая. Чем деликатнее снасть, тем увереннее и чаще клев. На этом все, друзья. Всем пока. Увидимся на рыбалках.